Привет, друзья! С вами Раштан Идзука! День любви пришел в Mortal Kombat X! Значит так, в земном царстве Валентинов день. Пройди башню Валентинова дня и получи праздничную награду. В общем, ребята, смотрите, сердечки летают над башней, ангелочки летают, все дела. Короче, День Святого Валентина в Mortal Kombat, и мы проходим живую башню. Итак, я решил, выбрать самого любвеобильного персонажа. Я долго думал, кто из них самый любвеобильный, и пришло к выводу, что это у нас Скорпион. Скорпион так сильно любил свою семью и клан, что готов до конца вообще веков мстить всем за их смерть. Сначала он убил Саб-Зиро-младшего, там, или старшего. Он убил Саб-Зиро-старшего, потом гонялся за младшим. Потом оказалось, что виноват Кван-Чи, он убил Кван-Чи. Короче, он готов всех убивать ради любви к своей семье. Значит так, костюмчики у нас тут есть разные. Скорпион, Турнир, Ханза Хасаши, Cold War, Injustice, Классика, ИК. Блин, я не знаю, надо какой-то вот в честь такого праздника красивый костюмчик, и я подумал, что нужно взять костюм из Injustice. Он действительно красивый здесь. Давайте стиль ниндзюцу возьмем. И погнали. Будем дарить всем любовь. Так, и первый, кому мы будем дарить любовь, будет Кена. Ему она как никому нужна, он... Я не знаю, мне кажется, его никто не любит. Даже зрители его не любят. И я единственный, кто люблю Кена как персонажа, я за него играю, а остальные его не любят. Сейчас Скорпион подарит ему свою любовь. Скорпион! Я люблю тебя, Кано! Вот это порадовало. Итак, День любви! Элитная башня, продолжить! Погнали! Ну? Тут различные, как конечно, модификаторы, вон сердечки падают. Я не знаю, правда, что они дают. Понятия не имею, что они дают, но... Иди сюда, я тебя поцелую. Это моя любовь. Ох ты. Кайна тоже... Ох, как он решил полюбить лежа Скорпа. Он у нас непростой Кайна-то. Ох, не то я сделал, ну ладно. Ох ты, черт! А жизни почему-то у него потихоньку утекали, видимо, из-за этих сердечек падающих, и я не подрасчитал добивание. Ну ладно, это только начало. Смотрите, такой красивый костюм. Яркий я тут, цвет выбрал. Более яркий, чем у него есть на самом деле. Кстати, за прохождение этой башни нам, ребят, дадут еще смайлики. В общем, в конце вы увидите, кто смотрит до конца, что там за смайлики дали. Потом, возможно, сможем их в спонтанном Mortal Kombat использовать, эти смайлики. Эмодзи, по-другому они называются. Они постепенно открываются, открываются. Так, следующий у нас товарищ, который жаждет любви. Это Шинок. Он сидел очень долго в заключении. Ни с кем не общался, он просто соскучился по любви. Я люблю тебя, Шинок! Ох ты! Ах, черт, усиление не сработало, жалко! На тебя! Ах, не достал апперкотом. Какой-то щенок, он сегодня вялый вообще, абсолютно. Не хочет он любви вообще. Кстати, у нас жизнь утекает. Надо быть аккуратнее, а у него не утекает. Нифига, это нечестно. Ох ты, черт. Ладно, начнем вот с такой любви. С пылающей. Голосок там такой. Подарил свою любовь. Я устал, хочу любви.
Да так, чтоб навек, а ты паришь мне что-то не то. О, Джейсон. Джейсон вообще всю жизнь, он был обделен любовью матери, он всю жизнь искал любви к подросткам, он дарил тоже свою любовь, но никто, они все от него отворачивались, все от него убегали, и все его боялись. И вот сейчас Скорпион подарит ему то, чего он так давно искал. Я люблю тебя, Джейсон! Он так ошарашен, что даже ничего не делает. Ай! Ай! Блин, не могу попасть! Так, мы тут в сердечках. Это Рейн, кстати, пузыри пускает, только в виде сердечек в этот раз. Блин! Ох ты, нифига он тут замутил. На тебя, блин! Это твоя любовь! Это моя любовь тебе! Блин! Телепортнулся в сердечко, да как так? Иди сюда! Ну, мне осталось тебе сделать 6 этих подсечек. Есть! Моя любовь отрывает руки! Джейсон просто не ожидал такого обилия любви к нему, такого внимания. Каждый хочет получить валентинку в этот праздник. Это была такая валентинка от Скорпиона. Видите, какие классные ангелочки летают вокруг башни. Ермак тоже вообще, он просто персонаж, он разрывается. У него куча мужиков, короче, там в нем. И все хотят любви. Тысяча мужиков. Я люблю тебя, Ермак. Очень хорошо. И каждой душе нужно внимание, тепло. Вот черт, тут усыпляющая хрень. Будет сложно полюбить его, потому что нас постоянно будут усыплять. Вот это ему должно понравиться. Всем им. Ох ты, гад! На тебе с ноги! Тебе конец! Нет, это только начало. Ай! Дай! Кстати, башня так начинается довольно скромно, да, ребят? Но на самом деле тут будет жесть. Ох, успел, хорошо успел, до того, как уснул. Ну не спи. Так, давайте мы как-нибудь его прикончим красиво. Надо вспомнить, какие у нас еще фаталити есть. Вниз, назад, вперед, треугольник, да? От всего сердца! Ермак просто потек от любви Скорпиона. Этого и следовало ожидать. Кенши, следующий у нас товарищ. Ну, Кенши, это слепая любовь, что тут говорить. Он тоже страдает от недостатка, его жену давно убили, и он искал
Он искал этих убийц. Я люблю тебя, Кенши. Он искал убийц своей жены и даже бросил сына из-за этого. В общем, опасная такая. Ох, что это? Валится мне на голову. Даже монах из-за этого не получил сбру... Почему только мне эти пряники на голову падают? Или что это такое? Это какие-то, блин... Что за везение такое, а? Тихо. Успокойся. Эти усиленных бросков забито на дополнительно, но мы этого делать не будем, потому что я не хочу усиление тратить на броски. Мать! Что ты творишь, Кенши? Нарваться, сделать телепорт и нарваться на эту самую, блин. Ой, чуть паузу нечаянно нажал. Тихо. Есть! Любовь, срывающая башку. Сегодня все виды любви мы увидим, ребята. Это была любовь, срывающая башку. Есть такая любовь же, правильно? Кто может не согласиться? Дивора. Ну, это у нас вообще любвеобильный персонаж, мать-одиночка, мать-героиня. Она хочет любви от горячего мужика, такого как Скорпион. Она хочет отца для ее детей. В общем, сейчас мы это ей подарим. Я люблю тебя, Дивора! Тогда ешь, говорит меня. О, тут будет кроличья любовь сейчас, ребята. Это кроличья любовь. Ой. Давай сделаем это по-быстрому, называется. На! Мать! Что ж, по-быстрому получается. По звуку можно подумать, что дерутся бурундуки, но эти бурундуки — это кролики. Финишка, слышали этот голос? Так, сейчас вниз, назад, вперед, вверх. Окей. Кстати, заметьте, звук ускоренный, а само фаталити не ускоренное. Поэтому местами несостыковка происходит. Это тот самый, наверное, прикольный режим. Седьмой противник Лю Канг. Ну, он вообще просто обозлен на всех, ему любви просто жестко не хватает. Несмотря на то, что Китан вместе с ним находится в загробном мире, но хрен знает, что у них там происходит. Он какой-то постоянно такой вот неудовлетворенный, я не знаю. Я люблю тебя, Лю Канг! Поэтому я тебя нашел. А, тут луч, который восстанавливает жизни. То есть нельзя давать противнику там стоять.
Ко мне! Блин. Готов. Голубчик. Ну, возьми мою любовь, Люканг. Возьми любовь вдохляка плавающего. Ох, 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 блин, я тут хотел ему сделать красиво. Черт, он меня подловил. На тебе, блин. Морская любовь. Морская любовь, тебе. Бывает такое. Бывает морская болезнь, бывает морская любовь. Люканг ее получил. Восьмой противник у нас. Джеки Брикс. Что о ней можно сказать? Ну, отца не было. Он был подземном царстве, и она тоже, наверное, скучала. Но потом он, правда, стал ее оберегать очень слишком, она про это говорила, но... Scorpion. Да и, в принципе, я не знаю, у нее любовь вроде бы с Такедой. Sorry, I'm using it right now. Но Скорпион ее любит, и он подарит ей любовь. Любовь зла, полюбишь и козла. Погнали! О, тут же все, конечно же, вперемешку. Ой, блин, тут и кролики, короче, и восстановление здоровья, и... Падающие с неба херня и сердечки. Я просто даже не успеваю сообразить, что тут происходит. Давай! Как она спискнула, мне понравилось. Черт, у меня здоровье утекает. Мне кажется, это будет жестокий бой. Мне будет сложно тут выиграть. Есть! Смотрите, сколько жизни оставалось у меня. Капец, еле вытащил этот раунд. Я тебя люблю! Раунд 2. Ай! Что он тут? Мне надо жизнь установить. Где полоска встала? Еще жизнь, я хочу... полоску эту, потому что я сейчас умру. Ай, блин, она меня сделала. Да, вот это место, короче. Чё ты сказала? Любимая. Ай! Есть! Так, давайте ей тоже подарим этот воздушный поцелуй. Хо-хо-хо, это крик! Я просто офигеваю. Так, сейчас покажут призы. Вот, смотрите, далее новые вот эти вот рамки. В общем, для оформления своей аватарки. Вот смайлики дали. Смайлики дали. Видите, два смайлика дали. Целых два смайлика. Это круто. Я давно хочу все смайлики пооткрывать, но они, видимо, только в этих башнях открываются. Так, ну что, друзья, на этом завершается прохождение праздничной башни. В общем, день всех влюбленных. Ребята, вы там тоже отмечайте. Поздравляйте свои вторые половинки или тех, кто вам нравится. Делайте подарки. Всем, короче, любви от Скорпиона. Всем пока, с вами был Рашнанидзука. До новых встреч.